Я рад приветствовать вас. С вами снова я, Александр. И сегодня я расскажу вам о коляске, которая мне напомнила, знаете, в Америке очень популярны такие развлечения, как Monster Truck. Это большие машины с огромными колесами, которые ездят там по всему, что только можно, по машинам, по горам. Вот, так эта вот коляска мне напомнила именно эти машины. Это своего рода Monster Truck среди детских колясок. И модель называется Joy Croster. Так что сегодня с вами ее будем вместе изучать. В двух словах сначала расскажу вам о ее технических характеристиках. Это коляска, которую можно использовать, в принципе, ориентировочно с 3 месяцев. Можно даже, в принципе, с рождения, потому что здесь практически ровная поверхность. Вот. И до ориентировочно 25 килограмм веса ребенка, возраст не говорю, потому что по-разному дети весят в разном возрасте. Вот. Поэтому это для таких детей, имейте это в виду. Так, теперь давайте с вами будем ее изучать, что же это за коляска такая интересная. Начнем, как обычно, мы изучение с вами с ручки. Ручка здесь классная, удобная ручка, прорезиненная, все здорово. Она регулируется по высоте, поэтому каждый для себя сможет подогнать высоту. В чем особенность этой ручки? На ручке есть фишечка своя. Это ручной тормоз. Это не такой тормоз, что вы нажали и она остановилась. Тормоз здесь для этого есть отдельно. Этот же, например, едете вы на роликах с ребенком, быстренько все, и хотите притормозить. Вам для этого нужно всего лишь поднадавить на ручку, смотрите. Вот. Колеса останавливаются. Это очень удобно, чтобы оттормаживаться. Спускаетесь с горочки, чтобы не держать ее, усилия не прилагать. Просто чуть-чуть нажимаете на тормоз, и она уже не так легко едет. Это очень удобно, классно, вообще задумка суперская. Для того, чтобы защитить ребенка от солнца летом, здесь есть большой козырек. Козырек реально большой, вы это видите прекрасно. Но вдруг вам мало, тоже не вопрос. Смотрите на этого монстра. Это просто огромный козырек. Здесь есть смотровое окошечко с москитной сеткой. Кстати, вот эту вот крышечку можно спокойно фиксировать на липучке, и чтобы там было все время открыто. Что еще в козырьке? В козырьке здесь есть по бокам вот такие кармашки, чтобы вы могли там бутылочку даже можно сюда положить без проблем. Есть вот такие вот отверстия тоже. На магнитике. Здесь внутри магнитик, в самом козырьке маленький магнит. Опа, и она не падает. Тоже очень удобно. С двух сторон одинаково. Поэтому козырек тут просто бомбический какой-то. Вот. Что касается самого сидения. Сиденье здесь тоже достаточно большое. Точные размеры добавлю в описание, вообще все характеристики. Почитайте там. В сантиметрах, миллиметрах. Вот, сиденье большое, широкое, оно не продавливается, достаточно такое плотное все. Вот, в этом плане здесь все супер. Естественно, подножка регулируемая. Кстати, вот что мне очень понравилось, здесь в подножке, фотографию вам сейчас на экран добавлю, есть даже сливные отверстия. Она же все-таки предполагается, что вы будете не только в городе, в чистенькие такие ездить, но и где-нибудь еще, где будет не очень чисто. Она везде пройдет, эта коляска. Поэтому есть такие отверстия, чтобы там вода утекала, она копиться не будет. Ну, все здорово.
Вот. Что касается сидения, все хорошо, крупненько, удобненько, все нормально. Для безопасности здесь пятиточная система ремней, мягкие накладки и на плечах, и на паховой зоне. Все продумано. Также есть бампер с мягкой такой накладочкой на самом бампере. Из минусов, что хочу по бамперу сказать. Классно, когда бампер, с одной стороны нажали кнопочку, и его можно откинуть, чтобы посадить ребенка. Здесь нет. Убрали только так. Он убирается целиком. Вот это мне не понравилось. Ну, надо же к чему-то придраться. Вот придрался. Так. Что касается спинки, регулировка этой спинки осуществляется с помощью не тросиков, не ремешков, а с помощью вот этой регулировочки, кнопочку. Наверх, соответственно, как всегда, просто толкаем, вниз опускается полностью. Есть также, нужно вам там проветривать летом, жарко, чтобы там был такой микроклимат своего рода. Открыли, сеточка, пожалуйста, все продувается. Так, что касается материалов. Материал мне лично напоминает такой, ну это не джинсы, но что-то напоминающее плотную такую джинсу. Знаете, такая есть форма рабочая, спецовки, не знаю. Говорит вам это о чем-нибудь или нет, но что-то напоминающее джинсу. Ткань плотная, вообще непродуваемая 100%, даже тут сомнений никаких. В этом плане все здорово. Так, давайте теперь перейдем к раме. Рама, это ее, знаете, такая сильная сторона. Рама здесь просто бомба. Она очень-очень толстая. Ее сломать, как-то прогнуть, ну это нереально вообще. Вот, насколько помню, вот эти элементы, они светоотражающие. Рама, повторюсь, реально просто бомба. Очень крепкая рама. Ничего не люфтит, не скрипит, это вообще без вариантов. Вот, на раме также мы видим, есть багажник. Он достаточно вместительный, хороший багажник. Реально, без вопросов. Там даже внутри какой-то органайзер есть с кармашками. Тоже отлично. Так, колеса. Колеса большие. Колеса здесь надутые воздухом. Резина очень прочная. Проколоть, ну я не знаю, это нереально, я думаю. Спереди, как вы видите, колесо, оно одинарное. Естественно, можно заблокировать и кататься по совсем убитой дороге. Это без проблем. Чтобы ребенку на плохой дороге было хорошо и не трясло его очень сильно, здесь, знаете, такая опция бывает только в дорогих машинах. Регулируемая жесткость амортизаторов. Это в машинах стоит кучу денег. А здесь, пожалуйста, опустили, сделали амортизацию жестче, подняли, дали дополнительный ход амортизатором, сделали коляску ощутимо мягче. Поэтому по городу можно, в принципе, не заморачиваться, сделать ее жестче, будет так более сбитая. Ну, в принципе, можно всегда открыть, это уже, как говорится, по желанию. Так, что касается тормоза, тормоз здесь, вот он. Опускаем, тормозим. Вот, чтобы отпустить тормоз, придется снизу оттягивать. Это не очень удобно, но, в принципе, терпимо. Вот, весит коляска 16 килограмм. Для такого монстра это немного. Я считаю ее очень универсальной коляской для жесткого бездорожья, спокойно. Это для сельской местности, знаете, когда вы едете куда-то там отдыхать, в походы, там еще что-то, берете с собой ребенка, такие вот парки, лес, вы пошли гулять. Это, пожалуйста, это к ней. Она будет катать ребенка по любой дороге. И по горной местности, где угодно. Можете кататься на велосипеде, на роликах. Все это коляска выдержит. Она реально в этом плане универсальная. Из минусов, кроме того, что бампер здесь не откидывается, мне кажется, для многих это будет проблемкой. У нее ширина рамы 67 сантиметров. Поэтому, если вы ее не в частном секторе используете, а в городе,
вы можете столкнуться с проблемой, что она у вас просто тупо не заедет в лифт. Потому что 67 сантиметров — это больше, чем стандартный лифт. Стандартный лифт — это в районе 60 сантиметров. Здесь вот такой момент. Ну, у кого есть грузовой лифт, я думаю, это вариант для них. Вот. В принципе, добавить мне больше нечего. Давайте в двух словах быстренько подведем итоги. Я, это, знаете, как вот эта коляска в городе может быть не сильно-то и нужна, но зато она вам даже в городе даст полную уверенность, что вы везде проедете, нигде не зацепите. Здесь очень-очень комфортно ребенку, она очень мягкая, поэтому не надо ее так чисто к плохой местности относить. Она универсальная коляска. И в городе прекрасно. Везде, в любой дороге, по щебенке она плывет. Ребенка не колбасит. Это здорово. Огромный козырек, просто гигантских размеров. Ну, не знаю, к чему придраться, я не знаю. Мне все понравилось. Минусы я вам назвал. Вот. И огромный еще плюс — ее цена. Цену тоже в описании пройдите, посмотрите. Но она реально недорого стоит для того, что она может. И как она сделана. Она очень качественно сделана. Мне понравилось. Вот. Поэтому рекомендую. Смотрите, изучайте. И если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки этому видео. Подпишитесь обязательно на канал. Ждите новых обзоров. Обязательно они будут, и много. Вот. В заключение хочу поблагодарить первую коляску за то, что предоставили ее на обзор. Большое спасибо. Ну, а вам, собственно, правильного, удачного выбора и удачи во всех ваших делах. До свидания.